Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Honor Magic 4 Pro. И сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Биометрические данные и пароли». После этого нажимаем «Отпечаток пальца», и теперь нам для начала нужно добавить экран блокировки. Здесь у нас сейчас стоит пин-код, можем выбрать другой способ. Например, графический ключ, вводим какой-то ключ, вводим его повторно, нажимаем «Готово». И теперь выбираем, для чего нам нужен отпечаток пальца, нажимаем «Разблокировку устройства». И теперь мы можем начать его регистрировать. И таким образом мы добавили первый отпечаток, мы можем его переименовать, можем этого не делать, нажимаем «Ок». И на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.